целый день. Всем привет, вы на канале NLF. Сегодня 21 июня 2022 год, 8.11 утра. Скачал приложение Оксика и зарегистрировался, прошел верификацию. Теперь зайду получить свою монету. Вот, я нахожусь на бирже. Вот. Сегодня биткоин стоит 20 617 баксов, эфириум 1130 долларов. ОКБ 11 долларов стоит, ОКТ, это собственный токен Оксики, 18 долларов стоит. Латкоин 53 доллара стоит. Дот, Полкадот 8 долларов стоит. И Додж 6 центов стоит. Сегодня все криптовалюты взлетели. Дальше захожу в награды раздел. Раздел награды открывается. И я получил сегодня 50 монет. 50 сатоши. Кликал получить. И сегодня четвертый день получил 50 сатоши. И у меня на балансе 2800 сатоши стало. Вот такими простыми действиями я каждый день собираю сатоши на бирже Оксики. Вот. Тут есть еще раздел сейф. Если кто-то регистрацию прошел, мне полагается бонус. Тут у меня ничего нет. Обратно выхожу. Вот, обратно ухожу. И тут самые главные, друзья, ребята, регистрация и пройти верификацию. Без верификации вам не дадут каждый день собирать сатоши. Это понятно, ребята? Проходится верификация с паспортными данными и KYC. Вот, в разделе KYC. Проходите верификацию с паспортом, и как только вас одобрят, вы начнете получать награды. Вам будет доступно на разделе награды. Награды. Ну, все, друзья, на этом пока.